В Одесской области новый почетный гражданин. На очередной сессии облсовета высокое звание получила известный волонтер Екатерина Нажевникова. Такое решение поддержали 70 депутатов из 84. Нажевникова – руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров». Она занимается благотворительной деятельностью уже более 7 лет. Подопечными фонда «Корпорация монстров» стали более 1000 детей. Организация привлекает деньги на лечение детей, закупает оборудование для больниц и проводит ремонт в отделениях. Еще один социальный проект фонда – «Добрый обед» – благотворительная столовая для пожилых людей, которая позволяет накормить нуждающихся. В 14-15 годах организация сосредоточилась на помощи украинским военным. Еще один проект появился во время пандемии – «Дыши». Он занимался закупкой кислородных концентраторов для больных коронавирусом. Устройства передавали в медицинские учреждения и в пользование больным, которые лечились дома.